Всем привет, с вами Саня, вы на канале Cold Gameplay. Продолжаем играть в нашу GTA на лошадях. Так, я предлагаю. Так, это что такое? Билл Уильямсон. Так, это кто? Джон Морстон. Я вот что предлагаю. Я предлагаю съездить улучшить оружие. А то что-то мы это как-то тухло стреляем. Вот это все, да? Задание мы успеем еще повыполнять, я думаю, ничего страшного. Ох, какой туман прям обалденный, нереально прям густой, смотрите, как свет его пробивает. Класс, эффекты, конечно. Да едь ты уже, ну ёшкин матрёшкин, ну что ты... Прям класс. Это зачет, парни, это зачет. Джон Морстон, что-то знакомое. Мы же что-то выполняли уже у Джона Морстона. Так, это что такое? Чё за проблемы, пацаны, были? Сейф вскрываете, да? Нормальные вы ребята. То есть вы угнали лошадку сейфом. Знаете-ка, лучше это сделаю я. А что ты изучаешь-то? Ну, я как бы правильно придумал, только у меня лошадь контузила. Зашил. Okay. Давай, вставай уже, старая кляча, блин. Погладить, давай, погладим тебя. Ну уж, ладно, не обижайся, что ты. А, кстати, вот покормить ее надо, смотрите, у нее что-то выносливости вообще нету. Ну, давай еще покормим. А, вот, кстати, мы сейчас... Так, это болтовая винтовка, вот это новая. Во-первых, мы вот эти сейчас почистим. Вот, мы их сейчас начистим и приедем в магазинчик, купим еще, значит, этих, ну, улучшений. Ну, снайперка, в принципе, у нас нормальная, как бы, а вот остальные винтовочки, мне кажется, вполне мы можем. Так, двуствольный дробовик, лук, вот, магазинный карабин, вот мы с... Карабин это нифигово так шмаляли. О. Уход за оружием. Важная составляющая службы. Так, ладно. Есть. И еще теперь последнюю винтовочку. Вот эту, да. Тоже хорошая винтовочка. Мощная Вася. Самый мощный телеканал всего мира. Из Ставропольского края, в частности. Давай, 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 чисти, чисти ее там скорее. Так, хорошо, все, молодец. Так, а что красное, почему? А что я сделал? Я ничего никому не делал, ребят, вы что? А почему красное? Кто это вообще? Охотник за головами. Ох, вы суки. Ох, вы сучки крашеные.
меня так не возьмешь. Да слезай, ну-ка покажи, что за домик-то. Сюда можешь зайти? Все забирай. Хоть где-то можно полутаться, а то в онлайне вообще не зайти никуда. Консервированный лосось. Почему нет? Отлично. Так, здесь что? Тут ничего полезного. Тут как бы тоже здесь что? Так, здесь ничего нет. Обыскать шкафчик. Печенье ассорти. О, печеньки нормальные. Так, здесь ничего. Подожди, стоям бы, там еще дверь была. Ой-ой-ой. Бля, ребята, меня там ждут уже. Как тебе прям счесало вообще. Ну вот и закончились у нас охотники за головами. Не такие уж вы охотники, собственно. Херовые охотники, я бы сказал. Старая винтовка с откидным затвором. Так, давайте у этих все позабираем нафиг. Его позабираем. Позолоченная пряжка, неплохо. Прям как знали собаки, куда идти, да? Так. Давай, сожри там что-нибудь, а то сейчас еще подохнешь где-нибудь по пути. Вообще я в город ехал. Вооружение, магазин. Хочу улучшить свои. Ой, ладно, давай оплатим, сейчас же. Замучают сейчас. Выплати штраф. Давай уж. Нет, не хочу, все. Хватит. Что вам нужно? Вы выглядите ужасно. Комплимент умеет делать прям как я. Джентльменом он был. Они. That's quite a lot to steal. Look at me here, living in the shit and the mud. I'm sorry.
My old house. The house my grandfather built. It's all dilapidated and destroyed. Repossessed by the bank. I'm sorry to hear that. Это нормальная история для американцев. Me too. If only I could get my old things back. Personal mementos, a watch, old pistol, my ledger. Where's this house again? Thompson's Steads. North of Scarlet Meadows. Thanks as I can't go near it. I'm living rough over by Harris Field. Сделаю, что смогу, говорит, такой нормальный пацан. Окей. А, ну, наверное, должно где-то появиться задание. Ладно, давайте пока пешочком пробежимся, прокачаем перса. Нам все равно сейчас надо, походу, ждать. Оружейный магазин, наверное, не работает, да? Подождать до утра. Такой, ладно. Постою возле дверей. Давай, запись в дневнике. Так, ну штраф я оплатил, меня больше не ищут. Причем я еще успел... Так, это отель. Магазин. Пестики. Так, давай в магазин сначала продадим барахлюш свой вот этот весь. Hello, mister. First time. Candy's in the middle there, продать. Next to the cute little dollies, and what's left of my self-respect. I have a catalog too, up here. All right, but if it has feathers or fur, keep it in the bag. О, он тут не все берет еще, оказывается. О. Че? Okay, I'll take it. Че за... Продавец такой. Так, а что ты выпивку берешь там? Джин, например. Бренди забирай. Ром забирай. Так. Это что? Это оставим. Так, яблоки оставим. Ну ладно, конечно, торговец. Так себе. Так. Это что такое? Это что? Купить газету. Не знаю для чего, но возьму. Так, хорошо, идем в оружейный магазин. Надо... Так, модифицировать. Так. Даже нож можно модифицировать. А, ну это типа просто, короче, всякую лабуду с ножом. Ладно, с ножом мне не интересно. Так, магазинный карабин. Ствол. Улучшенный. Так, подожди, это вообще что за карабин? Это еще раз сейчас давайте посмотрим. Так, магазинный карабин. А, ну правильно, это. Извиняюсь. Это тот карабин, с которого мы вот шмаляли, у которого там 200 патронов. Well, shining, так, окей, давайте. Значит, ствол. Shooting, прицелы. Ну, давай улучшенный well, прицел I'm возьмем. Ложе. Так, а ложе на что? Да что-то какой-то ложе вообще, обтяжка. Без обтяжки, обтянут. О, кожа. Ну давайте, пусть красиво будет. Так, стили.
Металл, кожа, фигня. Боеприпасы. Так, у меня, по-моему, боеприпасов на него дофигища. Вот этот карабин давай улучшать. Ствол. Вот, улучшенный ствол. Железный прицел. Оптически, да не знаю, есть смысл, блин, на оптически потом просто неудобно. Так. А ну стили. Резьба. Стиль гравировки. А, вот эта гравировка, там, блин, ее еле видно. 32 бакса ты просишь за это? Лак. Ну, вот это еще можно, давай, красиво сделаем. Это. Боеприпасы. Вот боеприпасов на него вообще мало. Стоит недорого, надо брать. Так, а ну-ка, вот еще раз на вот этот магазин и карабина боеприпасы у меня здесь. А, ну вот, да, его 200 у меня. Болтовая винтовка. Давайте, улучшать так улучшать. Чушь, тут осталось. Денег не так много. Что-то кроме ствола пока больше никаких улучшений я так не вижу конкретных. Все какое-то... Не знаю, давайте прицел поставим. Ну, короткий снайперка-то у меня есть. Боеприпасы. Так, у нее свои. Как, кстати, меняются боеприпасы, я не совсем пока понимаю. Винтовка с откидным затвором. А, ну у меня уже, короче, все. Ковбойский револьвер. Компоненты. Рукоять, ствол. Ну... Ух ты, длинный ствол. 10 баков, нарез. Ну ладно, в принципе, уже неплохо. Так, а что там... Говорили что-то по поводу... Типа что-то по поводу незаконного там что-то говорили. Ну-ка давайте попробуем в окошке позаглядывать. Тут ничего такого не видать. Опа, опачки. Подождите, пожалуйста, вы должны мне помочь. Вы обнаружили, что является местным. Что-то позови. Вы можете ограбить нелегальный бизнес. Опачки. Я понял. То есть, типа, мы можем... А ну-ка, оружейник. What's in that basement of yours? Show me. Right now. Nothing of no worth down there, I swear. Well, why don't I be the judge of that? Open it now! All right, all right. They got nothing to hide. Got my boy sleeping down there.
Such a shame to wake him. You know, you could always come back after he wakes up. Давай, давай, иди. He was being a bad little boy, stealing candy from the store again. It's for his own good. I'm not your little boy, you mad son of a bitch. Опачки. You're not gonna help me? Take anything you want. Just leave us in peace. I'm never getting out of here, am I? Take anything you want. Just don't hold my boy. Так, и что мне делать? Козёл. Козёл, блин. То есть это такой какой-то педофил, понятно? Хотя это даже... Так, а где чё? А, на ногах. А где? Где? Hurry up and shoot these chains off, please. А, блин. Капец. I owe you for this, mister. Вот это было жестко. Честно говоря, я не ожидал, что вот так все окажется. Ну, ладно. Вернем себе немножко потраченных денег. Ну вы поняли, да? Ах, жалкий педофил, блин. Все забирай. Так, ну ладно, здесь больше ничего нет. Вот так вот, понятно, ребята? Вот в таком мире вот мы и живем. Так, а где это что? А, вот. Пробейтесь в дом и заберите его вещи. Понятно. Сделаем. Давай вот сюда сначала сбегаем, посмотрим, что здесь за задание такое. Слушайте, надо к аптекарю съездить. К тому, помните, еще в самом начале был аптекарь, у которого тоже там что-то нелегальный какой-то бизнес. Сейчас задание наберем. Excuse me? I didn't mean any offense, sir. Please. I don't get your meaning. I'm very sorry, sir. You have yourself a
fine day, and I apologize for any offense I may have inadvertently caused. What are you drinking, mister? Nothing, sir. Nothing at all. Why are you acting so strange? I don't mean to. I'm sorry for any offense. How could you have offended me? I have no idea. But I had no idea how I offended the last fellas. And they stole my wagon on account of my impudence. Stole your wagon for back check? They didn't like my medical practice, I suppose. I was helping folk. Man wasn't popular? I was undercutting the competition. Or I was too colored. Or I was irritating in nature. Or I was some know-it-all big city slicker here to demean some good old boys of my fine words. The exact variety of my sins was the source of some conjecture, so they undercut me. That ain't very nice. That was my impression. Still, compared to the gutting, castration, defenestration, and crucifixion they offered me, I felt I got off light. Я довольно легко отделался, ну да. No great love for my medical practice. Too free with my wisdom and services. Короче, пацан лечил всех налево-направо, по дешевке. Stay here. I'm sort of forced to. Please, don't go to any trouble on my account. Вот эти, что ли, уроды? Так, это еще далеко? Ну так, приличненько. Ну ладно, поскакали, что нам? Что нам стоит? Правильно? Все, я же уже уехал оттуда. А что, вот это туда не ведет, что ли? А, нет, не ведет. Так, а у какой, кстати, параметр лучше? Так, урон. У этой вот прикольные. Ланкастер. Это даже ничего такая. Вполне себе ничего, я бы сказал. Ну вот так вот мы случайным образом, да, расследовали дело оружейника. Он, оказывается, старый. А, по ногам, по ногам. Сори, ребята, как так вышло, сам не знаю. Так, ладно. Несемся дальше. Сейчас нам надо все озеро тут обогнуть, чтобы прибежать в этот городок. Я тебе подрезал, там поворотник не включил или что? Не, ну да, было такое, конечно. Так. Во. Во. Хоть еда у нас есть, а то все какие-то травки, травки, блин, не знаю, что-то мне кажется толку от них. Либо они полоску просто восстанавливают, а саму вот эту молнию не чинят. Лошадь, уходи. Так, ладно. Попробуем. Ну, я
я только хотел по стелсику. Вот так вот по стелсику и проходишь. Ты задрал лошара конченый просто. Ты чё там с этой винтовкой? Говно какое-то, не винтовка, если честно, даже больше не буду брать ее. Шляпа какая-то. Ну, надеюсь, контрольная точка хоть здесь. Все, пизду. Здесь нормальная винтовка, ей нормально, вон башню сносит. Все. Бандюки, судя по всему. Ты прям через дерево, короче, стреляешь. Окей, так, ладно. Забираем. Слушай, ну та винтовка что-то вообще мне не очень понравилась. И скорострельность что-то так себе у нее. Долго сильно он там вот это заряжает ее, блин. Что-то затвор он там, по-моему, вообще в два приема передергивает. Так что не очень что-то. Как-то я и впечатлился. Так, нам сказали найти вещи этого... Нигера. Так, ну судя по всему, они, наверное, в этом домике, я так думаю. А, в повозке вон. В повозке. Сейчас мы их найдем. Так, а где? А, или прям повозку ему, наверное, надо привезти. О, у него повозка какая-то прям. Да ты что там? За нами коняга. Так мы справились. Ух ты, ух ты, ух ты. Да ты что делаешь? Это что вообще было? Этот долбоёб встал и что-то начал там ковыряться, этот осёл тупорылый. Местами меня эта игра очень сильно как-то бесит. Что произошло? Я просто выбрал оружие, которым хочу стрелять. Всё. Куда ты там, что полез, зачем, я не понял. Ослы вы. Здесь, блядь,
Что, блядь, происходит с этой игрой? Ёкарный бабай, ребята. Нет, это, конечно, знаете, трэш и угар, но 250 раз начинать вот это вот задание, просто из-за того, что там лошадь вот эта вот тупая там. Сейчас мы ее вот так вот, придется ее позвать уже после того, как... Так, бери винтовку. Сейчас. Так. Вот сейчас мы... Надо еще захавать что-нибудь, а то, блин, сейчас точно нас отмудохают. И чё? А сейчас что произошло? Законники подняли тревогу? Я ничего не понял. А как я должен тогда в таком случае? Или я того лишнего, что ли, мужика пристрелил? О, меня сразу поставили дальше. Типа, давай дальше, короче. Тут прикольно, иногда контрольные точки как-то проскакивают странно. Вот до этого что же так же было с Ленни? Блин, телега у него, конечно, огромная, управлять их вообще неудобно. Не видно лошадей, куда они там повернуты. Ладно, тут до города чуть-чуть, по-моему, осталось совсем. На горе уже город, они мне часть маршрута, считай, срезали. Сам из этой повозки выгонишь. Provide a man a tincture, give him well for a day. Teach him to make one, he might be well a while longer. I'll make sure to try and make this. Thank you. Thank you. It won't work for anything chronic, but you may not need it to. Well, see me on my travels and you're in need of something, make sure you come and say hello. Travel safe now. Ну что, вот мы и доктору помогли, да? Ну вот какие мы молодцы, а. А, мы вообще сюда ехали. А где наша лошадь? Ладно, пойдем по заданию. Я надеюсь, что ее просто к нам переместят. Это ты что за мужик? Hello, mister. How do you do, sir? Your face looks familiar. Mm-hmm. Maybe I was mistaken. Don't mind me. You take care now. Этот дом я пытался зайти. Ладно, будем прокачивать перса, пусть пешком бегает. О, ну-ка. Что-то, по-моему, еще было. Вот это, наверное, растение, да?
Лисички нашел, да? Дикая морковь. Давай нарвем. Интересно, вот у них на огородах можно там кукурузу нарвать? Так, ладно. Тут рабы работают. А мы идем на задание. Can I help you there? Sure. We're supposed to be my business partners here. Да, деловых партнеров. About some horses. A fellow with a scar and a Mexican. Yes, sir. Out by the stables. Thank you. Have a wonderful day now. Так, прекрасного вам дня. А в дом-то зайти можно? Нет. Представляю, возле охранника такой в дверь так тах. Охрана прям по периметру ходит. Эй, олень, ты чё? Hello, sir. Hello. Just wish today was over already. It gets better. Ладно, пошел-то ты какой-то странный. Так, хорошо, возле конюшни. Вон они, наверное, здесь где-то, да? And have you met my partner, Arthur Morgan? No. I met your son, the sheriff. Okay. Mr. Gray here was saying how he had problems with a family. A family of degenerates. Oh, well, nobody likes degenerates. Hag and her inbred sons. They ruined this county. They killed my uncle, you know. That ain't right. Problem is, we can't be seen to get too close. And? И такой говорит. We've got gold, у нас есть золото, Янки. We've got gold. У нас есть золото. Я не Янки, приятель, я вообще не кто. Мой папаша приехал из Шотландии сюда. I'm Scottish. And the Braithwaites. Goddamn peasants. Деревенщина. I don't know. Mongrels. Slave fuckers. All you gotta do is look at them. How much gold? Enough. These are prized horses I'm talking about. Them they'll get you 5,000. 5,000 for horses. Easy. Where do we sell them, these $5,000 horses? Over in Clemens Cove. All over there, we'll run them out of state and give you 50 cents on the dollar. Mister, you got yourself a deal. Подозрительная замануха, ребят, что-то мне кажется. $5,000 тут, 1500 мы, наверное, максимально тут зарабатывали. Тут пятерку типа предлагает. Ну, а вот и моя лошадка, я же говорил вам. Так, сейчас мы лисичку дадим. Вот лисичкой накормили лошадь, понятно. Вам надо в лесу лисичек собирать, она будет жрать их. Так, ну и что вы предлагаете, ребятушки? Старый чувство. Дело и так непростое. Давайте уже. Не того, кого надо, да, точно. Watch out!
Блин, маршрут покажите, мне вот это не нравится так ехать, когда я не знаю, куда ехать. If you were about to spend $5,000 on horses, you should go in the back way, though. Avoid too many questions. Ну, в общем, у них план, как обычно. Помогите. Careful. There's a guard. I'll speak to him, okay? All right, then. Can I help you, gentlemen? Yeah, we're here to see about some horses. Horses? Yeah, we had an appointment with Mr. Braithwaite. Braithwaite. Yeah, I never heard about any of this. My partner wanted to make a significant investment in some stables down here. But perhaps we should look elsewhere. Well, I... Okay, then. Head on up to the stables. Идите к конюшне. Someone will come see you. Да погнали, погнали, погнали. Погнали, ребятушки. Вот ты бы по дороге ездить, тут едь куда хочешь. Так, ну и вверх, конечно. Alright. I think that's the stables just up ahead. Heads down, play cool. Head around the front, hitch up there. Alright, let's hitch up here. Привязываем. Привязывать коня надо. Эй, конюк, сюда иди. Hello there. Can I help you, boys? I hope so. Heard you got some horses. We always got horses. Fine horses, I mean. I don't get you, friend. Yeah, you do. Come on. Listen, why don't you get out of here? You, Scarface, and your greaser buddy. Whoa! I don't like officials. We ain't officials. We're connoisseurs. Looking to do some breeding. Come on now, partner. Okay, fine. Follow me. Mm-hmm. Сдался. These are mainly studs available for purchase or for working. Видите, я тоже. What is your boys interested in? We represent a famous stable and stud farm. Saratoga. So, unofficially. Of course. This here's... Так вот ни за что мужичонка умер. Давайте берем. Успокоить лошадь. Ну давай гладь уже ее, ёлы-палы. Конечно, успокаивает, там изи, изи. Слышь, ты запрыгивай на нее, погнали. Задание просрано вот просто так. Кража лошади заняла слишком много времени. Нормальное оправдание. Да, конечно, он всёки прям в челюсть. Мексикашка, ага, так. Да я уже выбрал тупорылые, вы вообще
Просто меня эта игра бесит. Да, забери белую, да. Ой, ёлки-палки. Так, и чё, куда нам их вести-то? Что-то я не понял. Ну, типа они, короче, привязали. Надо в этих лошадях не запутаться, чтобы, блин, не врубиться в них. Красиво было. Так, все, типа он с нами идет, да? Могло пройти более гладко. Типа вот этот мужик покупает. К скотокраду подойдите. Название. Ну давай. Сейчас скажет, я за 1000 вас возьму просто и все. Какие 5? Кто вам еще сказал такое? И мы пойдем колкнем того мужика, который это предложил. А мы вас уже видели. Джон, Артур, Хавьер. So what are you, Cuban? No, I don't like Cubans. That's so? Maybe. Well, what do you care? You ain't Cuban. Maybe I like Cubans. Ooh, you're funny. He's funny. Ain't he funny, Clive? Clive don't talk. We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. Ой, давай мне вот эту вот вату свою не рассказывай. Давай уже там. I know these horses. They ain't yours, but I like you, and I'll give you, I'd give you 654. I was told we could get up to $5,000 for them. And I was told the moon was made of ladies' tears, only it ain't true, not one little bit. But I like you boys, but I ain't got more than 700 on me. You want it, or you want to ride them fellers into town, and maybe someone there will hang you. We're gonna need more than that.
I ain't got no more money, Pop. Here, take it or leave it. All right. You goddamn fool, Marston. Ain't no one around here got $5,000, boys, but nice meeting you. Ну, как мы и ожидали, что это все подстава и это вата. Конечно, столько никто не даст. Сколько-то дали? 600 или 800? 650 он предлагал, а дал больше там, по-моему. Общая добыча. А моя доля 116 баксов. Е-е-е. Итак, ребят, ну что? На этом эту серию мы сегодня завершим. Было приятно с вами провести это время. Не забывайте ставить лайки и подписываться. В следующий раз мы продолжим где-то с этого места. Всем пока!